Мы путешествовали на восток, через горы и через безбрежную пустыню разбитых земель. По прошествии дней мой спутник рассказал мне о себе, что он когда-то был великим воином, и что сейчас его гнетет тяжелое, темное, тайное бремя. Привет, всем привет. Продолжаем играть в Diablo 2. В прошлый раз меня убили в каких-то катакомбах, в гробницах. Сейчас мы туда вернемся, зачистим то подземелье. Вообще мы шли по заданию. Нам нужно было исследовать зал мертвых под иссушенными холмами в поисках куба. В общем, мы искали оазис. И после мы должны были найти логово личинок. Под далеким оазисом логово личинок. Сейчас попробую переместиться. Так как меня убили, все вещи лежат там. Добрый день. Будь очень осторожен, друг. Мне пришлось увидеть достаточно для того, чтобы я понял, что эти могилы без сомнения существуют. И поскольку это так, их без сомнения охраняют какие-нибудь ужасные существа. Саркофаги с бесконечным количеством скелетов. Я уже купила себе нового напарника. Когда у меня заканчивается мана, мне легче бить в рукопашку вот этой способностью, чем просто топором без ускорения. Так, посмотрим, что у меня с деньгами. Наверное, все-таки нужна какая-то защита. Два раза я попадала в такую ситуацию, что думала, что, ну, по ходу дела нам что-то выпадет. Ну, без разницы, белые шмотки, хотя бы что-то одеть. И как вы видели, может быть, если кто смотрел другие серии Диабло, редко выпадало пару мечей, пару топоров, кинжалы какие-то, но шмотки нет. Закон подлости какой-то. Можно купить серый шмот и оснастить сейчас, кстати, да прибудет с тобой благословение. Рунами. Сейчас посмотрим. У нас есть 2000. Шмотки здесь уже дорогие. 6489. Можешь что-то продать, конечно. Вот с гвоздями 3903. Нам еще надо 1000. Ну, 1200 скрипсти. Эти талисманы, они так много места занимают. Это у нас от комплекта, от которого щит лежит сейчас в трупе. И нам нужно добраться до нашего тела. Нельзя вот так вот. Вот это не кольцо, это... Жалко что-то это продавать. От холода, кстати, классное улучшение. От огня, может быть, у меня? Нет. У других есть. Ну, например, если бы я это продала, мне просто чисто нужно посмотреть, сколько это будет. Хотя мне очень жалко это продавать. Скорее всего, не буду. Шестьсот девять плюс 1041, 1600. Ну, там 50 плюс. Ну, как раз 1800, да, где-то получается 1800. 1800.
по-моему, как раз нам хватает вот на... Какой я хотела? Самый дешевый за 3000. А, защита 47. А, такой, как у нас было. Я не хочу такой, как у нас был. Я хотела... Она такой, как я хочу. Мне не хватит денег. Вот такой, например. А здесь нет гнезд. С гнездами только такой, как у нас был. Давайте попробуем поставить те руны. Они у меня лежат уже сколько, я им не пользуюсь. А, красных рубинов я уже 2 таких продала. Но у меня есть желтые шмотки. Я их подберу. То есть мы не без всего остаемся. О, 4761. Даже больше, чем я рассчитывала. Подождите, а он единственный, у кого броня продается? Точнее, она. Приветствую. Дайте-ка посмотреть на карте. Из-за того, что очень светло, плохо видно. Вот у нас здесь. А это просто у нас отмечено на карте. NPC. Так. Добрый день. Нет, с ней мы выполнили уже квест. Она отомстила за мужа и за сына, по-моему. И с ней мы тоже говорили. Нет, торгует шмотками только она. Получается. Ну, вполне возможно, у того мужика, который мы покупаем лечилки, у него, может быть, магический шмот есть, блин. Давайте проверим. Добрый день. Нет, у него вообще только лечилки. Мне кажется, 2 торговца было в первом лагере. Да, ведь? Ты не торговец? Нет. Ну ладно. Ладно, покупаю это. И 958. Один к ловкости. И это, наверное, все выброшу, получается. Ах, блин, карта включена. Давайте поставим тогда руна Эд. Минус 25% защита цели оружия. То есть мы можем сломать оружие, я так понимаю. Броня. Регенерация маны по 15%. Так, шлем, щит и броня. Подождите, самый лучший надо сначала поставить. Защита от дальних ударов. Регенерация маны. И, может быть, еще какой-нибудь рубин походу выпадет, я поставлю. Да, а это мы оставим на другую какую-нибудь шмотку, может быть. А лучше это. И, кстати, у нас 2 квеста, оказывается, доступно. Это второй квест. Найти склеп Талраша. Вполне возможно, что это брат дьявола. Либо просто он всех существ из... Ну, не те, кто ему подчиняется, а ближайшие родственники зла. Он их называет братьями и сестрами. Вполне возможно. Так, смотрите, мы сейчас с вами как поступим. Так, лечилок у меня не так много. Почему у меня... А, второй ряд у меня доступен, третий будет доступен, когда я соберу вещи... своего тела. Так, у нас с тобой оружие. Так, пока у нас есть мана, лучше, наверное, пользоваться ловушками. Тут
у нас два перехода. А когда выкладывала видео, обратила внимание, что не успела вылечиться, когда мы Радаменто убивали. Радаменто дрались. Это долго электричество убивает. Хотя я смотрела советы уже игроков, которые прошли игру. То, что магия молнии, она сильнее магии огня. Хотя магия холода считается самой слабой. Недостаточно. У нее просто очень много свойств. Мне нужна манна. Недостаточно манны. Так, все разбили, да? Нет, у меня манна и правда закончилась. Мне нужна манна. Недостаточно манны. Так, а бомба? Мне нужна манна. Ладно. Хорошо все-таки, что на себя одела броню. Слушайте, они откуда-то реально встают. Не, гремучее зелье. Мне кажется, это не вариант. Нет. Так, оставлю одноручное оружие, мало ли что. Хотя оно плохое. Невозможно. Успею выбросить. Слушайте, а откуда они поднимаются? Недостаточно. Я же их убила уже. Мне нужна манна. Есть еще один саркофаг. Недостаточно манны. А, понятно. Из другого, да? Я не могу. Ну, что это у меня такое? А? Невозможно. Ой, блин. Почему у меня не восстанавливалось лечение-то? То, что меня отравили. Меня отравили, сейчас отрава пройдет. Они призывают нечисть, походу. Здесь кругом одна трава. Недостаточно манны. Почему так все плохо-то? Блин. И что, у меня те все легендарные шмотки исчезли, если я второй раз подряд погибла? Надо сначала тело найти.
Я до него не дошла, я даже не знаю, где оно. Я сейчас уже не помню. Ну, сейчас пройтись. Вот сейчас пройдемся по дюнам песочным. То можно вернуться и воспользоваться порталом. Добрый вечер. Он тоже торгует этим. Жаль. Я хочу пройти здесь. Сейчас убьем парочку. А, и, кстати, можно собрать хлам, вернуться и продать. Вот я о чем подумала. У меня что-то вообще нету ресурсов. Я даже одеться не могу. Сейчас все подряд собираю. Надо было в прошлый раз так же сделать. Пятьдесят процентов урон нежити. Защита от огня 13%. Мы сейчас не по квесту идем. Просто нам нужно что-нибудь собрать и продать. Может быть, уровень набить. Я слышала, что когда завершается прокачка уровня, сложнее драться. Больше вероятности, что тебя убьют. Я перегружена. Я не могу нести больше. Может, потому что мобы уже другого уровня, а ты еще не докачалась? Мне нужна манна. Или как? Пойдем продадим. Мана, ключ. Так, а мы вот как раз вернулись в город, да? Ну ладно, вернулись, так и вернулись. Ты докачалась? А, нет. Сейчас мне уровень должны дать. Чуть-чуть осталось. Добрый день. Блин. Так, у нас щиты атакующие получают урон в 4 раза, что ли. Регенерация маны 8%. Броня, шлемы, восстановление здоровья. Невозможно. Как это? А, я уже сместила. Хорошо. Защита 3-4. А давай это тоже продадим. Что-нибудь другое. Так. Так, 6328. Защита 59. 15% повышения защиты. Защита 58. 442.
492, надо вот это взять. Надо еще что-то продать. Вообще нету. Тогда придется кидаться и правда этим. Пойдем еще пройдемся с тобой, докачаемся тогда. Не буду сразу через портал перемещаться. Сейчас, может, здесь кто остался? Наверняка кто-то остался. Мы чувствуем себя заряженными. Нас колодец. Нет, там мы были. Так, идем тогда сюда. С этой стороны надо еще проверить. Я сюда не добежала в прошлый раз. Или добежала? Так, я отключила. Бег. Сейчас мы восстанавливаемся и идем дальше. Ну, тогда возвращаемся вот сюда. Что-то мы в прошлый раз не собрали-то. Нужно было сейчас собрать. Нет, это не здесь. Да практически сейчас добежим до того места, где у нас это подземелье. Подземные руины. У меня же еще есть яд, нет разве? Два к ловкости. Хотя бы что-то. Выбросим, что место не занимало. Необходима ловкость. 40. О, мне дали уровень. Обезьяны. Пещерный падальщик. То есть мне не всегда, что ли, доступно? Поняла. Я говорю, что это такое? Какая-то голубая аура появляется вокруг меня. Это как раз таки и есть. У меня повышенный урон. Достаточно манны. Мне нужна манна. Я не могу нести больше. Круглый щит. Паладина, надо продать это. Это дешевка. Так, круглый щит. Продадим. Возвращаемся.
Так, что у меня с уровнем? Сила 55. Ловкость 40. Живучесть. Живучесть и щиты. Я перегружена. Нужно прокачивать. Вообще все надо прокачивать. В лучшем случае. Так, продаем тогда. Привет. Я 32 золота получу за это. За желтый щит паладина, но это не моего класса, и поэтому так дешево. Вообще, зачем я его тащу? Непонятно. Кстати, у меня вот этот меч теперь доступен. Я не могу пока это использовать. Ловкость 39. Да ладно. Ой, блин, мне все равно не хватило. Даже себе ловкость все отдала. Ой, какой кошмар. Мне нельзя купить ловкость. Добрый вечер. Дай мне щит тогда. Какой-нибудь. Не буду ничего покупать, лучше куплю маны. Добрый день. Сейчас будем их гасить. Что значит все? Так мало чем будем их убивать? Вот этим. Вот этим. О! Это на что? Поднятие всех сопротивлений, защита от проклятий на некоторое время. Первый уровень снижает длительность проклятия. Давайте сейчас проверим оружие. Плюс это способность. Временное сопротивление всему. Так, побежали тогда. Что-то как нам тяжело бегает. Я на спортал-то. Проверим. Ты куда побежал? Я не туда. Так, сначала убиваем, я не знаю, как называть. Вместо шаманов они фараоны местные. Меня отравили, я застряла здесь. Что-то вообще я в какой-то засаде. Что-то как-то неэффективно было. Они меня заблокировали, я не могла пройти. Ah!
кстати, забрала свой труп. А я застряла и не могла пройти. Подождите. Текущий уровень навыка 1. Снижает длительность проклятия на 47%. Время сопротивления всему. Что-то не заметила, что... Это какое-то эффективное умение. Просто я решила прокачать вот эту ветвь. Может быть, надо было... Но скорость у меня и так повышена. Надо было в ловушку отдать. Очки навыка. Ой, случайно. Что я сделала? Подожди, сначала не открываем двери. Пойдем сначала этих убьем, которые у нас там. Повысила уровень и уже могу с ними справиться. Вот, наверное, то, что я вам сказала. Перед тем, как прокачаться, они как будто бы переходят уже на уровень выше и становятся сложнее. Хотя, может, не за это. Я не могу нести больше. Трезубец, вот взяла свой меч. Эту ерунду выбрасываю. Беру эту кольчугу, это я продам обратно, я же деньги тратила. Что там у нас? Трезубец. Наш трезубец, нет? Я не могу пока это использовать. 9.15. Урон холодом. Пойду-ка я ему помогу. Мне нужно... Мне... Забываю постоянно использовать ману. Я, кстати, не все собрала по ходу дела. Что с предыдущего, по-моему, осталось. Недостаточно манны. Долго. Недостаточно манны. Есть манна? Есть. Ой, не то выпила, господи. Так, этот ведь умереть может от яда. Кстати, не нашего класса мы продаем за копейки, поэтому нету смысла брать это. Максимальной прочности. Это лучше из того, что у меня сейчас есть. Этот яд, он меня замучил. Нам надо побольше яда, противоядия покупать. Трезубец сделан на всякий случай. Второе оружие. По-моему, я посеяла легендарный щит из комплекта. А если я два раза подряд погибла и не успела добежать до
предыдущего тела. Интересно, она до сих пор лежит в моем месте? Или нет? Это значит, у меня что, перчатки повреждены? Что-то здесь желтое мелькало. А, это не моего класса, да? Сфера орла. Блин, так жалко. У меня же меч лежит из комплекта. Легендарный. Которому ловкости не хватает. Я прям так расстроилась. Я так хотела собрать этот комплект. Ну, сейчас я не собираю все подряд, чтобы у меня не был инвентарь переполнен. Так, треснувший изумруд. Какие у меня доспехи? Кстати, я могу сейчас треснувший изумруд ставить. Защита от яда. То, что нам сейчас пригодится. Недостаточно манны. Нет, защита действует. Я тогда ее не активировала, походу. Видимо, из-за того, что у меня не было места, они меня не выпускали. И я не могла ее активировать. Видимо, нужно место для того, чтобы ее активировать. Хотя я думала, что не нужно. Оказывается, что нужно. Все-таки защита действует. В прошлый раз я просто не заметила. Но их было очень много, они навалились гурьбой. Есть, конечно, разница. С двух сторон, кстати, вход. Что-то мне кажется, мы здесь были. Мне нужна манна. Недостаточно манны. Недостаточно манны. Ну что, ты никак не добьешь его? Место только занимает, нам бы лечилок побольше брать. Хорошо, что я все-таки не пошла сразу сюда, а собрала шмотки, продала и оделась. Вы чувствуете себя более искусным. Алтарь утешения. Подождите, шлем какой-то. Варвар. Нету смысла брать другого класса, мы почему-то так дешево продаем даже легендарные шмотки какие-нибудь хорошие. Так, это наш портал, да? Мы вошли по кругу. Она огнем плюется. О, сколько еще попало. Так, мы через этот портал переместились. Один из этих выходов. Какой-то на нижний уровень должен быть спуск.
49% повышенный урон. Здесь урон холодом. Это, мне кажется, лучше. Ладно. Идем тогда туда. Проверим сейчас. Так, это на первый уровень. А нам нужен на второй. Начнем сюда. Свиток идентификации. Зелье, маны. Так, подождите, вот как раз на третий уровень. Вниз. В смысле вниз. Большой уровень. Вместе мы быстро с тобой разобрались. Нет, что-то. Мне нужна манна. Недостаточно манны. Подожди. Да подожди ты, маны нету. Она просто меньше, наверное, тратится в рукопашку. Подожди, стой. Треснувший топаз. А у меня вообще есть мана? Да, есть. Оказывается, есть. Белые шмотки вообще не надо полностью собирать. Их толку никакого. Так, подожди, подожди. Мне нужна манна. Маны нету. Что, у нас тут есть мана? Недостаточно манны. Мне нужна манна. Что, здесь нет маны ни одной? Нифига себе, надо этого убить. Недостаточно манны. Может его ядом убить? Нет, погодь. Маны нету, маны нету. Челки. Моего напарника убили, я так поняла. Не, ловкость нужна и защита. Да нет же, не то. Недостаточно манны. Блин, если травит, то вообще так долго восстанавливает здоровье. Мне нужна манна. Да он так и будет, блин.
призывать. Что, не убивается вообще нифига? Мне нужна манна. Недостаточно манны. Невозможно. Зелье выносливости бы решил проблему. Мне нужна манна. Угу. Большой талисман. Мне нужна манна. Недостаточно манны. Мне нужна манна. Все, с них ничего не выпадает. Даже не знаю, как его добить. Добавляет 1.5 урон молнии. О, кстати, урон нежити надо вот это вставить. Это бестолковое дело. Да блин. Недостаточно манны. Ну куда ты ушел? Пятьдесят процентов, что-то я не вижу, что какие-то 50%. Ладно, все. Он меня достал. Нет, не буду его добивать, пойду дальше. Может, все сейчас уберу. Блин, ни одного лечения нету. Этот до меня зомби дошел, да? Ну, с них лечение не будет выпадать, да? Ну и чё там в лечение выпало? Лечение же выпало. А. Всё? Это всё, что выпало? Сопротивление всему что-то пока слабенько. Сопротивление доработает. Дурацкий. Блин, мне это не надо. Примучи зелье. Нет, это мне не надо. И дубинка мне не нужна. Золота мало. Дубина с шипами и гремучее зелье. Так. Так, все, здесь тупик. Нет? А почему здесь вот... А, нет, здесь тупик. Ну,
с этой стороны надо зайти. Не буду бить этого зомби, он неубиваемый. В моем положении сейчас. Да не ты, блин. Так, лечение должно быть. Как меня достали эти катакомбы. Опять я все потеряла. Нужно умирать. О, вернулись мои старые шмотки. После того, как я 3 раза пропала, видимо, мне вернулись старые шмотки или с чем это связано? И мой щит легендарный, спасибо. Это тогда пойду продам и куплю себе лечилок. Или напарника. Не знаю, что лучше. Это честь служить тебе. Нам нужно какое-нибудь одноручное оружие. Я бы это взяла, но у меня ловкости не хватает. Пойду сначала куплю напарника, и на оставшуюся куплю лечилок и маму. А? Без него тяжело сейчас.